Всем привет! В сегодняшнем видеоролике будут не очень приятные новости. Как вы можете увидеть на экране, мой аккаунт забанили. Забанили по той причине, то, что я якобы кого-то обманул. То есть, как это произошло? Значит, смотрите. Вчера я использовал VPN, чтобы зайти на сайт, посмотреть фильм. Вот, сайт, короче, без VPN не работает. Я включил VPN с расширением, после этого выключил, и у меня потом вылетело с аккаунта два раза. Кто не знал, VPN довольно сильно влияет на Roblox. Он потому что изменяет, грубо говоря, ваш айпишник. Roblox за этим следит. И как видите, мне прилетел бан, то что якобы я же сам свой аккаунт украл. То есть это может случиться и с вами. Также всем рекомендую не использовать VPN ни с приложения, ни через расширение, потому что это может привести к бану, как видите. Забанили меня не за читы, так что не волнуйтесь, за читы вас не забанят. Тем более вы видео не снимаете, вам это не грозит. Также у меня убедительная к вам просьба. Зайдите в саппорт, напишите заявку, чтобы меня разбанили, потому что только вы единственные, кто мне сможет помочь это сделать. Значит, как оставить заявку? Нажимаем на саппорт форум. Но у вас там чуть по-другому будет. Короче, я ссылку в описании оставлю на вот эту страничку, чтобы вам написать заявку. Первое. Здесь нужно написать ваш никнейм. Второе, это ваше настоящее имя. Третье, четвертое, это ваш email адрес, на который зарегистрирован аккаунт. Далее в проблеме выбираем ПК. Здесь выбираем Moderation. И потом выбираем Apple Account or Content. И здесь внизу пишем. То есть, кому лень, вы можете скопировать текст с описания, как нужно написать. А кому не лень, вы можете сами его составить. Когда вы будете его составлять, обязательно укажите мой никнейм аккаунта, Risban Channel, через нижнее подчеркивание. И мой email адрес, он, если что, будет в описании. Я думаю, вы сможете мне помочь. В принципе, это делается несложно, у вас буквально максимум минут 5 займет. Зато вы спасете контент, который я для вас делаю. Очень крутой. И если вы хотите, чтобы я его продолжал делать, помогите мне. Также сайт, чтобы работал, функционировал, для этого мне нужен мой основной аккаунт. Без него, к сожалению, не получится сайт поддерживать. Так что, если вы не хотите терять мои видео, которые я делаю для вас с душой, и мой сайт, который я для вас также с душой полностью сделал, чтобы вам все было очень легко и просто, то перейдите по ссылочке в описании, напишите заявку. И буквально, я думаю, через несколько дней меня разбанят. Самое главное не лениться и написать. Потому что чем больше будет заявок, тем больше шанс, то, что меня разбанят. Потому что причина не за читы, а за кражу якобы своего же аккаунта. Я думаю, в принципе, вы меня поддержите. Я вас уверен, вы очень хорошие ребята. Ну, в принципе, на этом прощаюсь. Будем ждать разбана аккаунта. Заранее всем огромное спасибо. Буду ждать от вас заявки, которые вы будете отправлять, чтобы разбанили мой аккаунт. На этом все. Всем удачи и пока.